Привет-привет! Сегодня у нас будет обзор новых помад. В серии The One вышло 5 новых оттенков. Вау! Ну что, поехали пробовать? Итак, первый оттенок — это свежий грейпфрут. Итак, пробуем. Как она лежит! Прям струится по губам. Смотрите, легкое прикосновение, и уже она нанесена. Я, конечно, без контура. Какой крутой цвет. Я очень люблю помаду серии The One, потому что она очень легкая на губах, невесомая, такая классная. Долго держится, и при этом такой сочный оттенок. Вот буквально дотронулся до губ, и уже губы накрашены. Итак, грейпфрут. Следующий оттенок – помада The One Огненная Лава. Уже более такой насыщенный цвет. Конечно же, такие помады нужно красить с контуром. Чем ярче помада, тем четче и правильнее нужно нарисовать контур. Но тем не менее, вы видите цвет, он уже более такой в малиновый оттенок идет. Шикарная помада, класс, мне нравится, а вам? Она становится все жарче, и мы переходим к следующему оттенку, сочная питая, такой яркий розовый цвет, посмотрим, как он будет смотреться на губах. Очень яркий, насыщенный цвет, розовый, кто любит розовые оттенки. Не докрасила. Конечно же, с контуром нужно это все делать. Но помада по-прежнему очень приятная на губах. Нежно пахнет. Мне нравится. А вам? Следующий оттенок – красный виноград. Уже такой более темный цвет. И мне он очень нравится чисто визуально. Он очень красивый. Так, пробуем. Вот такие оттенки я люблю больше, чем розовые. Мне кажется, это сейчас и более модный цвет, и такой он более серьезный уже под костюм. Вы готовы к смертельному номеру? Гвоздь программы – спелый инжир. Пробуем. Как будто я просто наелась инжира. И он у меня остался на губах. Ну, в принципе, даже не так уж и страшно, как я думала. Ну, прикольный цвет. Я думаю, что среди молодежи это будет очень популярная помада. Вот такой вот у нас обзор. 5 оттенков очень вкусных, фруктовых, огненных, страстных на лето. Встречайте новую коллекцию, пробуйте, выбирайте свой любимый оттенок. И напишите, что бы вы хотели порекомендовать для меня, какой оттенок вам больше всего понравился на мне. Окей? До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!